Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас старт продаж Верни Марс будет отмечен раздачей скидок. Ранее в этом месяце состоялась презентация нового смартфона Верни Марс. Он выполнен в цельнометаллическом корпусе с тонкими боковыми рамками вокруг дисплея, который занимает 81% площади фронтальной стороны устройства. Сердцем новинки стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10. Следуя последним технологическим трендам, производитель оснастил Верни Марс быстрым сканером отпечатка пальцев и универсальным разъемом USB Type-C. Корпус Верни Марс проходит процессы анодирования и пескоструйной обработки поверхности мелким цирконом номер 222. Благодаря этому производству удалось сохранить природную текстуру металла. Продолжая тему внешнего вида, стоит отметить новую форму пластиковых вставок на задней стороне, под которыми находятся антенны. Они менее заметные и не бросаются в глаза при использовании смартфона. Доступен Верни Марс в серебряном и золотистом цветах и с черной передней панелью в обеих случаях. Как уже было сказано выше, почти всю переднюю сторону занимает 5,5-дюймовый Full HD дисплей с применением технологии InCell, которая обеспечивает более яркие цвета, большие углы обзора и меньшее количество бликов. Также производитель заявляет о повышенной точности тачскрина. Размеры девайса сопоставимы по габаритам со многими 5-дюймовыми устройствами. 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10 работает в паре с 4 гигабайтами оперативной памяти типа LCDDR3, что позволяет большому количеству приложений работать в фоновом режиме. Для хранения данных предусмотрено 32 гигабайта встроенной памяти формата eMMC 5.0. Также там имеется аккумулятор емкостью 3000 мАч, хватает на целый день использования, а технология быстрой зарядки позволяет всего за полчаса заряжать смартфон до 50%. Сканер отпечатка пальцев Верни Марс расположился на правой грани. Это позволяет разблокировать смартфон независимо от того, какой стороной он лежит на столе. Сканер срабатывает всего за 0,1 секунды и способен распознать отпечаток под любым углом. 13-мегапиксельный модуль от Sony EMX258 со значением диафрагмы f2.0 и фазовым автофокусом позволяет делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения, а двойная вспышка отвечает за сохранность натуральных цветов. Спереди у Верни Марс установлен 5-мегапиксельный сенсор Samsung S5K5E2. Подходящий для съемки селфи и видеозвонков. Верни Марс оснащен универсальным разъемом USB Type-C, с помощью которого осуществляется зарядка и синхронизация с компьютером. Также с его помощью можно подключать специальные наушники, позволяющие наслаждаться музыкой без потери качества. При этом стандартный 3,5 мм аудиоразъем Верни Марс также присутствует. Работает Верни Марс под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow без сторонних настроек. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.